Здравствуйте, друзья! На связи Дед Мазай. И сегодня я хочу с вами поговорить про механический мод Caravella. Механический мод Caravella со стаканом под аккумулятор 18350. Это вот самый маленький стакан, который имеется. Вот, есть побольше, 18500, 18650, они длиннее, но это вот такой компактный стаканчик для любителей минимализма, скажем так. Вот мод Caravella, вот вы видите гравировка, вот он так в собранном виде. Вот такой вот он относительно вот моей руки даже. Давайте посмотрим, из чего он состоит и что, собственно, в нем есть. Вот сам стакан, к ним привернута, значит, кнопка пуска, которая имеет блокиратор. Вот вы видите, сейчас заблокирована кнопка. Если вот эту вот резьбу, от колечка покрутить в обратную сторону, то кнопка разблокирована и ее можно нажимать. Просто-напросто здесь батарея упирается вот в этот ободок и плюсовой контакт, если вам видно, вот так вот просто-напросто нажимается и соприкасается с площадочкой, с минусовой. Вот, собственно, все. Чем хорош вот этот, вот эта вот кнопка, тем, что открутив вот этот вот винт, вот этот винт, винт с шайбой, то есть шайба, она блокирует ход, ну, как бы не дает совсем туда уйти, вот, а также вот, вот сама часть основная и кнопка с пружиной, вот там имеется, сейчас покажу, имеется резьба. Вот, собственно говоря, вся конструкция. Все, что, как говорится, есть. Вот. Целиковая вся конструкция. Собирает. А, ну, еще вот здесь вот саму левую резьбу можно как бы открутить и тоже посмотреть, как все это. Вот. Собственно говоря, ничего сложного. Давайте сейчас попробуем собрать это дело, кнопку. Дело в том, что насколько она хорошо разбирается, также она хорошо чистится. То есть есть доступ практически ко всем деталям. Вот. И если что-то где-то окислилось, то это дело можно прочистить, снять окислы и так далее. Так, вот кнопка имеет накаточку. Очень удобно ее собрать, закрепить. Вот. Ход кнопки маленький. Хоть и на пружине, но ход кнопки маленький. Вот. Я не знаю, зачем сюда нужны магниты. Тут говорили такую умную мысль, что магниты, они уменьшают токопроводимость кнопки, потому что пружина-то она сама по себе токопроводная, а магниты они уменьшают. И, то есть уменьшается токопроводность, увеличивается сопротивление. Ну, надо это или нет, потому что ход кнопки совсем мизерный. Вот, я думаю, тут
максимум 1,5 миллиметра. И, кстати, если вам нужно, если вам необходимо просто сделать ход кнопки еще меньше, ну, подложите еще одну шайбочку вот сюда, под этот винт, и вы уменьшите ход кнопки. Вот цилиндр. Вот цилиндр так откручивается. Так-то просто скрутил я. Так, вот мы имеем этот цилиндр. Вот он. Под батареей. И, собственно говоря, вот сама контактная площадка. Контактная площадка имеет всего лишь одну внутреннюю резьбу. И имеет вот такой вот плюсовой контакт, коннектор, контакт, я бы даже сказал, да, который ввинчен вот здесь вот диэлектрический материал какой-то. Я предполагаю, что это какая-то резина, каучук, что-то такое. Может быть, пластмасса. Скорее всего, да, это пластмасса. Вот, вкрученная в эту в большую шайбу, и, соответственно, в нее вкручен вот этот вот коннектор. В зависимости от контакта вашего испарителя, атомайзера, вот этот вот плюсовой контакт можно регулировать. Вот. Ну и плюс ко всему, если вы вот заметили, вот так вот я покажу, он имеет сам по себе небольшой выступ. То есть вот этот вот винтик можно, собственно говоря, заменить на любой другой, и будет еще меньше. Вот. Он будет еще меньше. Ну, вот, собственно, вот из чего состоит вот этот вот механический мод Caravel. Давайте попробуем его сейчас собрать и проверить, как он в действии. Поскольку резьбы, что здесь они одинаковые, ну, давайте ориентироваться по тому, что вот тот кораблик, который нарисован, сама каравелла, она должна быть внизу. Соответственно, значит, сюда наверх мы заворачиваем верхнюю площадку. Вот. Давайте вставим батарейку. Вот такой аккумулятор. 18350. В прошлых видео я показывал, как делать, чтобы он не шатался. И заворачиваем кнопку. Только сначала давайте ее заблокируем. Вот я заблокировал кнопку. И вкручиваем ее по резьбе. Вот что у нас получилось. Далее давайте к этому делу привинтим атомайзер. Атомайзер Rocket садится на этот батарейный блок как на родной. Вот. 20 миллиметров, да, диаметр. Итого, то есть, видите, входит без зазоров. Если даже какие-то зазоры есть, то вот этой вот кнопкой это можно подрегулировать. Давайте сейчас покажу вам. Наворачиваем на эту площадку контактную наш атомайзер и буквально вот ногтем регулируем вот этот винт, чтобы он соприкасался. Все, без фанатизма заворачиваем это дело на место. Вот
что у нас, собственно говоря, получилось. Смотрится это дело вот так вот, относительно руки. В руке лежит легко. Давайте попробуем, как это дело работает. Что сказать, рокет, он и есть рокет, пар есть, конечно же, да, без какого-то, например, кика, это очень, как бы, без кика и с маленькой батарейкой, конечно, большой мощности вы не получите. Вот, скажу сразу. Я заказал для этого дела стакан 18500. То есть в стакан 18500 я надеюсь ставить кик и надеюсь ставить аккумулятор 18350. Вот. То есть это будет конструкция немножко подлиннее, но зато у меня будет внутри кик. В принципе, он будет не намного больше. Но в руке вот лежит вот так вот. Кулаке, так что, в принципе, он не очень большой. Вот, но зато у меня будет кик. Который даст мне необходимую мощность. Ну, на этом все. Я с вами пока прощаюсь на этом видео. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Будет много всего интересного. До скорых встреч!